на зеленый, все эти стояли машины. По Буденновскому стояли. Выезжает маршрутка, я уже проезжал. И ударила меня. То есть маршрутка ехала на красный? Да. Ну все стояли машины. Mm-hmm. По Текучево двигались. Вон, сами можете увидеть, куда она ударила в меня. У меня-то морда КамАЗа целая. У него разбито. Все стоят, да он ехал. Я, конечно, обалдел по тормозам, а уже поздно. Он ударил. Женщина, которая пострадала, рассказывала, что водитель маршрутки разговаривал по телефону во время движения. То есть, может, наверняка он не видел КамАЗа. Ну, такую машину не увидеть. Столкновение произошло. А как оно произошло? Пишите. Вы ехали? Вы откуда ехали? Светофор переключился, начал движение. Не поняли. По какой улице ехали? По Буденновскому. И в момент вы хотели повернуть или... Не, прямо на остановку заезжать хотел. Хотел заехать на остановку.